ну что. Другой раз. Да вообще мало пьё далеко. Говоришь, тут смысл, надо их покормить. Это была чужая утка. Может, хотел подкатить, а она не хочет. Где он был, когда она сидела там под шальчиком? Думаешь, он отец? Где он, папа? Нет, не чужая, мамочка вернулась. А это селезень вот этой утки. Сгонять чужих, но даже злой какой. Приедем, завтра проверим вас. Селезень, это папа утка. Семья воссоединилась, все хорошо.